Итак, вот две приманки стоят. И уже к старой приманке начинает муравей тоже вроде бы начинает интересоваться. Итак, посмотрим, что будет дальше. Вот эта приманка 22 месяца, как открыта с 15 июня 2019 года. Ну, посмотрим, что будет дальше. Уже начали подходить, но не знаю, будут ли они таскать приманку, либо нет. В общем, изначально приманка справа, это 20 месяцев, слева 7 месяцев, как открыто. Итак, уже подходит старая приманка. Старая приманка справа, слева более новая приманка. Давайте посмотрим, понаблюдаем. То есть уже старый приманка тоже начинает интересовать муравьев. Левый, конечно, более свежий, их муравьев больше, но старый тоже подходит. Так, наблюдаем. Вот муравей попер кусочек вот из справа из старой приманки, четко видно один муравей. То есть 22 месяца приманка стоит справа, слева 7 месяцев, как вскрыто, имеется в виду. На правой приманке видно четко, что пыли гораздо больше, чем на левой, поскольку она долго стояла на, как говорится, боевом дежурстве. Вон муравей, видите, тащит гранулу для слева приманки. Ну ладно, посмотрим, что будет дальше. На следующем он еще несет вон с левой приманки. То есть приманка работа по крайней мере 7 месяцев точно привлекает. Не утрачивает свою привлекать способность. Ну и 22 месяца. Но тоже он муравей, видите, вышел справа и со старой. Он тоже тащит гранулу. Вот на следующий день посмотрим, сколько съедят они, сколько приманка опустеет. Я приманки специально не трогаю, для того, чтобы видно было, сколько они съедят. Вот. Ну, давайте посмотрим. Вот эта вот приманка. Более свежая, 7 месяцев, которая стоит открытая. А это 22 месяца. Ну, давайте посмотрим. Ну, еще посмотрим, что будет завтра. Итак, прошло еще 5 часов. Вот видите, результат уже есть. Даже старая приманка справа, и то даже муравьи уже поели заметно. Как видите, сколько муравьев вот здесь. Процесс идет активно, даже старая приманка, и то охотно уносится муравейник муравьями. Вот. Наши любимые мурашечки, милашечки. Средство работает, похоже, как и надо. Вот смотрите. И правая приманка, то есть старая, там тоже уже гранул прилично вытащили муравьи. Но, конечно, слева, на более свежей приманке, больше вынесли муравьи. Вот они. Вот. Ну, как видите, ну, в общем, ждем, что будет дальше. Вот тащит он приманку, видите? Гранул муравей четко видно.
все так. Будем наблюдать, что будет дальше. Итак, следующий день. Муравьи подъели и ставлю и более свежую приманку. Как видите, говно было существенно меньше. И все равно муравьи таскают. Конечно, более свежие приманки, они подходят лучше, чем старые, но и к старым тоже интерес есть. В общем, так. Итак, следующий день. Муравьев уже стало значительно меньше. Почти нет, но есть все-таки единичные особи. То есть я свое дело сделал. Приманки намного стало существенно меньше. И правое, и левое. Если посмотреть, вот. То есть, я начал делать свое дело. То есть, завтра, я думаю, муравьев уже, может быть, и не будет. Как видите. Видите, муравьев почти нет. Но есть, но очень мало уже. 1-2. Но уже нет такой активности, как было вчера. И старую приманку тоже. Муравьи немного тоже растащили. Видно. Меньше существенно грамм стало. Ну, конечно, более свежую приманку больше муравьи растащили, потому что все-таки свежие и свежие. Более, ну, 7 месяцев, точнее, приманка скрыта была. А это 22 месяца. Вот это. Ну, тем не менее, тоже обе приманки работают. То есть 7 месяцев минимум, точно. Приманка, она сохраняет свои свойства, это уже 100%, я уверен. Да, такая штука. 22 не знаю месяца как, но привлекает тоже. В общем, такая вот вещь. Посмотрим, что будет завтра. Итак, следующий день. Муравьев уже практически нет, все. Приманка сделала свое дело, и муравьи все погибли. Вот посмотрим, сколько вот осталось приманки. Семимесячная, вот она, гранул меньше стало, и 22 месяца. Вот видите,
То есть тоже подъели. Даже видно линии, как бы подточенные. В общем, вот такая вещь. В общем, рекомендую. Самое лучшее средство от фараон квартирных муравьев, то есть, которое вывести очень сложно. В общем, рекомендую. Всем всего доброго. Ждите нового видео. Пока.